Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за силу присутствия Духа Божьего. Слава Богу! Мы просто поклоняемся Тебе и прославляем Тебя. Поднимите свои руки и воздайте хвалу Всевышнему Богу. Спасибо Тебе, Отец. И, Отец, мы открываем наше сердце и разум сегодня, чтобы принимать откровение с небес. Мы благодарим Тебя. О, мы благодарим Тебя. Прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Дух Святой, мы говорим Тебе, добро пожаловать на это место, чтобы Ты мог проявлять Себя так, как Ты хочешь и желаешь. Мы приглашаем Тебя в наше сердце, в наш разум и наше тело, в наше присутствие и среди нас. И мы настолько благодарны Тебе. Мы воздаем Тебе сегодня честь и хвалу, Небесный Отец. Благословляй этих людей. Проявляй благословение в полноте, без меры, среди всех наших телезрителей, по всему миру, через интернет, по всему миру, где бы люди ни смотрели и не слушали эту передачу, победоносный голос верующего. Слава Богу! И спасибо Тебе, Отец! Спасибо Тебе, Отец, за служение Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Слава Богу! Аминь! Это наше время! Аллилуйя! Еще раз воздайте Господу хвалу. Аллилуйя! И прежде, чем сесть, повернитесь, обнимите кого-то, широко улыбнитесь и скажите им, что вы любите их, Господи, что вы действительно рады, что они сегодня здесь. Аллилуйя! Откройте вместе со мной 17-й псалом. Я хочу, чтобы вы послушали это. 17-й псалом. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Вы можете его слышать? Он показывает эмоции и причиняющие душевную боль вещи, которые происходят в сражении, о которых люди, никогда не бывшие на войне, не имеют ни малейшего представления. И благодарение Богу, я надеюсь, вы никогда на ней не будете. Происходят определенные вещи с человеческим разумом, с эмоциями, с телом и нервной системы, которые настолько сравнимы в сфере духовных вещей. И на поле боя полно бесов, а также полно ангелов. Там есть кровь, есть внутренности, пот и слезы, есть вещи, которые ни один человек не должен видеть. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Цепи, в еврейском тексте говорится, веревки, запутывающие средства и обстоятельства, ада облегли меня, и сети смерти полностью парализовали меня. Он мог чувствовать себя в буквальном смысле, духовно и эмоционально затянутым в ад, в могилу. Это все равно, что быть в самом аду. И это проявление ада. Если вы никогда не были в таком состоянии, или были в нем, совершенно ничего не зная о духовной защите, скажу вам, ваши внутренности стоят у вас в горле, и вы не можете ни проглотить их, ни выплюнуть. И вы чувствуете себя так, как будто вы уже мертвы. И вас засасывает в ад. И они там. И это непреодолимая сила. И
Я окружен, и у меня нет никакого шанса выбраться из этого ада. Сети смерти. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему возвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Это вера прославлять Бога, когда вам приходится выдавливать ее из своих уст. Ваше горло не будет работать, ваши уста не будут работать. Все ваше тело находится в таком состоянии, в котором вы никогда раньше не были. И вы не знаете, сможете ли вы вернуться или нет. И вам приходится выдавливать первые несколько слов в свои уста, чисто верой. Не только верой, но посредством обучения и практики. Если вы только лишь прошли военную подготовку, вы не готовы к бою. Вы должны быть обучены этой тактике духовного воинствования. Вы должны ходить по своей комнате и практиковать 90-й псалом. Практиковать его, и практиковать его, и практиковать его. И вы должны размышлять над ним. Бог сказал Иисусу Навину перед тем, как он пошел в бой: «Размышляй над моим словом день и ночь, и ты будешь соблюдать то, что нужно делать, и сделаешь путь свой преуспевающим». Никто не мог к нему прикоснуться. Ему приходилось выдавливать хвалу из своих уст. Но я хочу, чтобы вы увидели, что произошло, когда он это сделал. Потряслась и всколебалась земля. Дрогнули и подвиглись основания гор. Ибо Бог, сказано, что Он разгневался, потому что Он был возмущен. О, здесь что-то происходит. И мне это нравится. Это только началось. Поднялся дым. Из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел. И мрак под ногами его. Он заслонил себя от тех других войск. Они не могли его видеть. Давид мог его видеть. Он видел в духе. Вы видите определенные вещи, когда оказываетесь на поле боя. Некоторые люди думают, что это галлюцинации. Нет, вы видите в тех сферах, в которых вы естественным образом не видите, потому что вы вместе жестокой смерти, и идет борьба, в которой решается вопрос жизни и смерти. И те войны, которые уже были выиграны в духе, проводится в жизнь в естественной сфере. И если ваши уста полны сквернословия, и в ваш дух просочилась неправедность, то как бы громко вы ни взывали, это не работает, и вы уже проиграли эту войну. И я просто молюсь Богу, что кто-то дома молится за вас. Было много мужчин, чью шкуру спасло только то, что их мама молилась дома в то время, как они где-то сквернословили, плевались и продолжали вести себя, как какие-то бездомные коты, думая, что они должны это делать, чтобы быть каким-то мачо, крутыми парнями. Это может любой. И страх сделает из вас убийцу или труса. Но праведность Божья сделает из вас победителя и чемпиона. И когда все закончится, вы приходите домой и засыпаете, как младенец. Аминь. Итак, послушайте, что произошло. «Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные, пустил стрелы свои». Или вот началось шоу молнии. Боже мой, рассеял их множество молний и рассыпал их. Скажу вам, старый язык имеет способность полностью преуменьшить эту мысль. Он рассыпал их. Да, уверен, что он сделал и это. Боже мой. Да, он рассыпал их, хорошо.
и явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Что вызвало Его благоволение? Восклицание веры. Слава Богу. Хвала посреди самого ада. Это возгрело Бога. Боже мой. Возгрело меня. Вывел меня, 21 стих. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни, и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его передо мной, и от уставов Его я не отступал. Война не является оправданием греха. Вы слышали, что я сказал? Война не является оправданием греха. Вы не можете себе позволить быть мародером. Вы не можете себе позволить быть насильником, быть богохульником, быть сутенером. Вы никогда не можете себе этого позволить. И скажу вам, вам уж точно не стоит этого делать, и затем идти в бой. Это может быть ответом на вопрос, насколько глупыми вы можете стать. Вам стоит хранить себя сильными перед Господом. Аминь. Вы солдат в армии Господа. Вы солдат в армии Господа, независимо от того, находитесь ли вы на военной службе или нет. Если вы солдат в армии Господа, и Он призвал вас на службу в армию, или в полицию, или в гражданские власти, тогда вы не напрасно носите меч. 13 глава послания к римлянам, 4 стих. Это ваше призвание. Вы — рука Господа, чтобы приводить в исполнение гнев. И вы должны выигрывать эту войну. И вот это здесь доступно вам. Доступно. Слава Богу. Аминь. И мы закончим следующим. Смотрите, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменных унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою». И он возгрелся, и на него сошло это помазание. Еще недавно цепи ада тянули его вниз, но уже все. Хвала подняла его. И Бог возмутился, и теперь Давид и Бог взяли верх над этим полем боя. И я хочу, чтобы вы заметили, что он потом сделал. «С Богом моим я поражаю войско!» Или «пробегая через это войско, с Богом моим восхожу на стену». На него сошло это помазание, убивающее великанов. И он стремительно побежал прямо на все это войско, пробежал через него, и Бог подхватил его и поднял его. Этот ангел подхватил его и поставил его на высоту. Один человек взял эту высоту. И те все были настолько напуганы, они ничего не могли с этим поделать. Они просто поникли перед ним. Ему не пришлось никого убивать. Ему не пришлось причинять никому никакого вреда. Возможно, он даже помог постирать им их одежду. Я вам гарантирую, это нужно было сделать после того, что они увидели. Аминь. Я хочу, чтобы вы знали, это как Давид. Когда на него сошло это помазание, один человек или нет, он атаковал. Он просто прямо атаковал, пробежал через них и запрыгнул на стену. И посмотрите, что произошло, когда он запрыгнул на ту стену. Посмотрите.
Бог непорочен путь Его, чисто Слово Господа. Щит Он для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Он поставляет меня на высоте. Давид запрыгнул на ту стену, но он не спустился вниз. И он взял ту высоту сам. Только он и Бог. А в земле большая яма и куча хорошо уложенных градин. Аминь. О, вам это понравится. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость или доброта твоя возвеличивает меня. Его доброта, а не его жестокость. Не его превосходящая сила для врага, но его милость, доброта. Аминь. Я просто могу видеть, как Господь подходит к Давиду и говорит: «Все было нормально? Я здорово все сделал? Мы даже не поранили никого из них. Но где они сейчас? О, знаешь, они там, в этих ямах. Пройдет, возможно, дня 3 или 4, прежде чем они пробудятся. Но разве мы не здорово все сделали?» Давид сказал: «О, меня возвеличила именно милость, доброта Божья». Аллилуйя. «Поражаю их, и они не могут встать. Падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня». 44 стих. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мной или подчиняют себя мне». И когда есть солдат, на котором пребывает это помазание, и он идет по улице под такого рода защитой, они, только услышав его имя, они, только услышав о том, что по улице идет этот солдат, подчиняется ему, вместо того, чтобы пытаться убить его. И вдруг Бог открывает им. И знаете что? Этот солдат не такой уж плохой. Он здесь, чтобы помочь нам. Помочь нам. Они чувствуют это помазание. Милость, доброта возвеличат его. Вы это увидели? Понимаете, ключ именно в этом. Не в граде, не в торнадо, не в молниях, не в вулкане, не во всем этом дыме, углях, огне и всем остальном. Это было частью этого, это было результатом прославления Бога посреди проблемы. Но именно милость, доброта Божья возвеличила его, потому что он мог бы пройтись там и просто убить всех. Он мог бы просто их всех уничтожить. Они бы не могли пошелохнуться. Он мог бы взять дубину, пройтись там и всех их убить. Но он этого не сделал. Он вынес из этого Божий урок. И он применил его в других войнах и других боях. И он сказал: когда они слышат обо мне, они подчиняются мне. И это вовсе не потому, что он нес с собой эту здоровую дубину, а потому что на нем пребывала доброта Божья. Он был добрым царем, он был царем завета. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Встаньте сейчас. Аллилуйя. Слава Богу. Вера, несмотря на то, что вы видите. Я прочитаю вам это место Писания, и мы воскликнем все вместе. Из послания к Римлянам 4 главы.
одно из моих очень любимых мест Писания. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, для всего семени. Вы — это семя, верно? Дабы обетование было непреложно для всего семени, для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба его старой жены в омертвении. Ее утроба была мертвой всю ее жизнь, а не потому, что ей было под сотню лет. И у него была вера, несмотря на то, что он мог видеть. И он сказал, «Пожилая женщина, ты не в счет. Старик, ты не в счет. А только то, что пообещал Бог». Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось, или было даровано ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для праведности нашей. Аллилуйя. Я не движим тем, что я вижу. Я не движим тем, что я чувствую. Я движим тем, во что я верю. И я верю тому, что сказал Бог. Аминь. Я вполне уверен, что он силен это и исполнить. Аминь. И если для этого потребуется сделать земле яму, пусть будет яма. Если для этого потребуется наполнить небо молниями, пусть сверкают молнии. Но так или иначе, я пробегу через это войско, и я взойду на стену. Почему? Потому что я живу под кровом Всевышнего Бога. Воскликните кто-нибудь, аминь. Отец, во имя Господа Иисуса Христа, мы воздаем Тебе хвалу, и мы почитаем Тебя. Мы благодарим Тебя за мужей и жен чести. Мы благодарим Тебя за воинов, которые никогда не сдаются и не отступают. Мы благодарим Тебя за тех, которые, что бы сатана ни пытался им сделать, просто продолжают и продолжают и продолжают. И побеждают плохое хорошим, где бы они ни были, что бы с ними ни происходило, куда бы они ни шли. Они просто продолжают проповедовать. Продолжает петь, продолжает провозглашать Евангелие и Слово Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Мы воздаем Тебе хвалу и честь во имя Иисуса. Аминь. Воздайте Господу жертву хвалы сейчас. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
Прежде чем вы сядете, пожмите руку двум или трем людям. Улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите кому-то, что вы любите их в Господе, и можете садиться. Слава Богу вовеки. Давайте обратимся к книге Бытия. Давайте начнем читать со второй главы. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Всемогущий Бог сотворил всю эту вселенную. Затем Он сотворил человека, поместил его в нее, и затем Он высвободил силу, чтобы поддерживать все это и поддерживать всю жизнь в ней. Все воинство ее вовеки. И не было причины не почить, поскольку теперь было высвобождено главное благословение. Благословение Божье. Благословение Господне. Скажите, благословение Господне — это наивысшая форма власти, наивысшее выражение власти небес. Это наивысшая форма власти на земле. Аминь. Главное благословение было высвобождено. И главное благословение может и будет делать все, что может делать Бог. Поэтому ему незачем стоять. Он сел. Итак, что произошло? Он сел и позволил главному благословению делать свою работу. Ему не нужно было говорить: «Так, мне нужно продолжать стоять с этим молодым человеком, потому что мне придется... Знаете, мне придется благословлять здесь все». Нет, он уже это благословил. Было достаточно силы, было достаточно его славы. Это была та же самая слава, которая сотворила все небеса и землю. И теперь она внутри этого человека и на этом человеке. И в нем было достаточно силы, чтобы благословить всю землю и всю окружавшую ее вселенную. Аллилуйя. Вам действительно нужно высвободить свою веру и ухватиться за откровение о том, насколько могущественное и насколько сильное было высвобождено в тот день благословения Господня. Достаточно сильное, чтобы поддерживать всю жизнь, которую Бог запланировал для этой планеты. Навеки. И это было все в одном человеке. Это дает вам представление о человеческой способности. Аллилуйя. И изучая Библию, мы знаем географические границы Эдемского сада. Эдемский сад не был всей землей. Не так ли? Нет. Неудивительно, что дьявол так суетится и нервничает по поводу той части мира. Он пытался получить ее все эти годы, и у него пока еще этого не получилось. Я скажу вам, в этой песне есть еще одна строфа. Он никогда ее не получит. Аминь. Аллилуйя. Итак, наполняйте землю. Что должно было делать главное благословение? Помните, я сказал, главное благословение может делать все, что может делать Бог. В то время главное благословение должно было расширять Эдемский сад до тех пор, пока он не покрыл бы собой всю землю. Это было заданием этого человека. Наполнять землю, размножаться. Аминь. Наполнять ее.
И по мере того, как Божья семья разрасталась, как дети пришли на эту землю, понимаете, когда Бог решил завести семью, Он жил в хорошем месте. Небеса были хорошим местом. И по-прежнему таковым являются. Но Он никогда не творил небеса для того, чтобы люди жили там. Он сотворил землю для того, чтобы люди жили здесь. И Бог планировал переехать сюда и жить с нами. Это по-прежнему остается Его планом, и Он по-прежнему собирается это сделать. Аминь. Аллилуйя. Итак, главное благословение должно было расширять Эдемский сад по мере роста семьи и наполнять всю землю до тех пор, пока земля не станет Эдемским садом Вселенной. Эдемским садом Вселенной. Аминь. Итак, была ли в том саду какая-либо смерть? Нет. Была ли там какая-либо нищета? Нет. Была ли там какая-либо болезнь? Нет. Была ли там какая-либо боль? Итак, если бы болезни, боль, немощи, нищета, недостаток и все остальное были волей Божьей, Эдемский сад был бы полон их. Они не были его волей и не могут быть ею и сегодня. Аллилуйя. Итак, главное благословение может делать все, что может делать Бог. Последнее, что сделал Бог, это высвободил эту поддерживающую силу. Был ли на этом конец этого? Нет, нет, нет. Никоим образом. Давайте обратимся сейчас к 9 главе Бытия. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Где вы уже это слышали? Видите? Он по-прежнему говорит это. Аминь. Итак, Он благословил Ноя и его сыновей Сима, Хама и Иафета. Сыновей Ноя. Здесь охвачены все народы и нации. Каким бы ни был цвет вашей кожи, кем бы ни была ваша бабушка, каким бы большим ни было ваше генеалогическое дерево, и сколько бы ненормальных ни породило это дерево, мы все произошли от одного из этих трех, или в некоторых случаях смешивания всех их трех. Каждый раз, когда я это говорю, я думаю о Джесси Дюплантисе. Это то, что сказал мне однажды Джесси Дюплантис. Он сказал: знаешь, в моей семье есть все. В моей семье есть все расы. Все, о, мы просто кучка кейджинов. Боже мой. Они всех цветов, которые только есть в мире. Я человек всех наций. Сим, Хам и Афет. Вот оно, прямо там. Итак, Бог видел все народы и нации в трех людях. И все они были благословлены. Аминь. Все они были благословлены в равной степени. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал. И он сказал то же самое, что он сказал Адаму. Двое из них сделали то же самое, что сделал Адам. Хам и Иафет пошли своим путем, попытавшись сотворить свое собственное благословение, зарабатывая сами себе на жизнь. Идя своим собственным путем, они создали города, они создали все то, что мы сегодня здесь видим, все это, что по-библейски называется этой вавилонской системой коммерции.
в которую сегодня уловлен этот мир. Результатом этого была Вавилонская башня. А Сим остался с этим благословением. Он следовал за Богом, оставался с Богом. Я сейчас немного забегаю вперед, потому что я хочу подготовить почву для этого. Я хочу, чтобы вы видели и знали, что воля Божья никогда не изменялась. Аминь. Это было то же самое благословение. Аллилуйя. Те же самые слова. То же самое. Теперь давайте очень быстро откроем третью главу послания к Галатам. И начнем читать здесь. Так, у меня ничего не получится, если я прочитаю третью главу послания к Ефесянам, не так ли? Сейчас я пролистаю несколько страниц назад и найду нужное место. Итак, 7 стих. Галатам 3:7. «Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, или проповедовало прежде Аврааму Евангелие». Итак, Бог проповедует Евангелие. Если Бог где-то проповедует, я хочу туда пойти. А вы? Слава Богу, я не хочу это пропустить. И Он проповедует прямо здесь. Прямо здесь, в этом стихе. Он проповедовал прежде Аврааму Евангелие, говоря, «В тебе благословятся все народы». В тебе благословятся все народы. Бог проповедовал Евангелие Аврааму. И в разуме Бога все народы будут благословлены. В разуме Бога. Это были всего три разных человека. Сим, Хам и Иофет. Он благословил их, не так ли? Но он проповедовал Евангелие Аврааму, говоря, «В тебе все они будут благословлены». И двое из этих троих промотали это благословение точно так же, как Адам. Они не обратили на него никакого внимания. Позвольте мне помочь вам чуть больше понять это прежде, чем мы продолжим прослеживать это дальше. Сегодня это больше как беглый обзор. Но по мере того, как мы будем двигаться дальше, мы больше будем касаться деталей. Удивительная тема Библии. Ее можно изучать всю оставшуюся жизнь. Бог сказал Аврааму, «В тебе будут благословлены все народы земли, ты и твое семя после тебя». Итак, он благословил Авраама и всех его детей, верно? Дал ему то же самое обетование, стоя в крови, поклялся ему. «Таким будет твое семя». Был ли Иосиф семенем Авраама? Был. Не так ли? Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. А как насчет всех братьев Иосифа? Да, ведь они в конечном итоге стали 12 коленами. Не так ли? Итак, это включало всех их. Но ходили ли они в этом благословении? Нет, они поступили как Хам и Иофет. Они не обращали на него никакого внимания. И Бог произвел в этой семье на свет пророка, чтобы вернуть эту семью в это благословение. Он не мог обратиться тогда к Библии. Как можете вы? Тогда не было Библии. И сразу, после того, как умер Авраам, Бог явился его сыну Иакову.
Бог явился ему. Почему? Как я уже сказал, тогда не было Библии. Бог должен был делать это сам. Он вернулся к работе. И что он сказал Исааку? То же самое. Он сказал Исааку: «Я исполню клятву, которой я клялся твоему отцу». Аминь. Поэтому я хочу, чтобы вы увидели Божью модель. Он работает над тем, чтобы вернуть это благословение на все народы. Аллилуйя. Итак, посмотрим. Откройте вместе со мной 14 главу книги Бытия. В этой 14 главе вы можете прочитать о царях и обо всем том, что там произошло. Посмотрите на 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера, это несколько по-техасски так говорить. Но для меня это работает. Кедорлаомера. И царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве. Теперь посмотрите 18 стих. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». Итак, Мелхиседек, это было не его имя. Мелхиседек, это был его титул. Мелхиседек, господин, лорд, мэр Иерусалима. Он также был главой школ пророков. Итак, заметьте здесь. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, элементы завета. Для нас с вами они символизируют тело и кровь Иисуса. Аминь. Это было предвестником этого. Это было прообразом этого. Итак, послушайте. Он вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его. И сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Фактически, он не Бога назвал владыкой неба и земли. Все знают, что Бог является владыкой неба и земли. Авраам уже это знал. Он назвал Авраама от Бога владыкой неба и земли. Мы знаем это из 4 главы послания к римлянам, в которой говорится, что Авраам был наследником мира. Аминь. Владыка, Мелхиседек стоял там, держа в руках элементы завета. И он благословил его, сказав: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И Мелхиседеком был Сим, сын Ноя. Он старый человек. Он лорд, мэр Иерусалима. Он глава школ пророков. На нем пребывает главное благословение.
И по Божьему водительству Авраам принес свою десятину, и Мелхиседек поспешил ему навстречу по Божьему поручению. И он передал это благословение Ноя Аврааму, который по завету должен был стать Авраамом. Аллилуйя. Слава Богу. Господь, помоги мне. Я мог бы сейчас двинуться в 4 или 5 разных направлениях, но я хочу следовать за Твоим Духом. Слава Богу. Да, Господь. Давайте вернемся к посланию к Галатам. Я понимаю, что мы сегодня и здесь, и там, но... 13 стих 3 главы послания к Галатам. Христос искупил нас от клятвы, или проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, или проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на народы, чтобы нам, скажите нам, чтобы нам получить обетование Духа. Аллилуйя. Мне нравится читать это так. «Дабы благословение Авраама распространилось на всех остальных нас». Слава Богу! Аминь. Неважно, от кого вы произошли, Сима, Хама или Афета, это не имеет никакого значения. Иисус вернул это благословение. Аллилуйя. Он вернул его. Он вернул его. И оно сегодня в его руках. И хотите знать еще кое-что? Бог снова почил. Да, и знаете, что он сказал Иисусу? Приди и сядь на этом престоле со мной. Сын, садись сюда. Ты сделал свою работу. Давай сядем здесь, и пусть главное благословение работает. И что сделал Иисус? Он повернулся и сказал вам, «Приходите смело к престолу благодати, садитесь здесь со мной, и пусть главное благословение работает, доколе положу врагов ваших в подножие ног ваших». Аминь. Отец, мы принимаем сегодня из Твоего Слова. Мы открываем его. Слово живого Всевышнего Бога. И мы отдаем себя в руки Духа Святого, великого Учителя, лидера, наставляющего на всякую истину. И мы принимаем Его. Мы принимаем Его. Мы будем поступать на основании Его во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Если у вас есть с собой сегодня ваша Библия, откройте ее вместе со мной, пожалуйста, на послание к евреям. Послание к евреям, 4 глава, и давайте начнем читать с 9 стиха. «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Ибо кто вошел в покой Его, в Божий покой? Вы понимаете, что речь идет о Боге? Давайте прочитаем еще раз. «Посему для народа Божьего еще остается субботство, ибо кто вошел
в покой Его, в Божий покой, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Обратите внимание на эту фразу. «Как и Бог от своих». Итак, какова работа главного благословения? Какова была его цель? Создавать Эдемский сад везде, где оно высвобождено верой. Не имеет никакого значения, каковы обстоятельства. Главное благословение не отличает одно обстоятельство от другого. Ничто на этой земле не может взять над ним верх. Оно является наивысшей властью, которую небеса высвободили на земле. Ничто не может победить его, когда оно высвобождено верой, чтобы воссоздавать Эдемский сад. Бог проповедовал Евангелие Аврааму, говоря: «В тебе благословятся все народы». Подождите минуточку, брат Копланд. Я думал, что спасение было Евангелием. Так и есть. Оно — часть главного благословения. Аминь. Была ли в Эдемском саду какая-либо смерть? Тогда спасение является частью главного благословения. Я думал, что исцеление было Евангелием. Так и есть. Оно — часть главного благословения. Я думал, что финансовое процветание было частью Евангелия. Так и есть. Оно — часть главного благословения. Не главное благословение — часть его, а оно — часть главного благословения. Аллилуйя. Некоторые из вас смотрят на меня так, словно я только что закончил школу. Вы также могли бы привыкнуть к этому, поскольку это то, чем является Евангелие. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на всех остальных нас. Посмотрите сейчас, посмотрите конец этой главы в послании Галатам. 28 стих. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы во Христе Иисусе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Воскликните кто-нибудь «Аминь». Аллилуйя. Это мое. Я прочитал это 43 года назад. И я подумал, почему никто не проповедует об этом? Это самое лучшее, что я когда-либо слышал в своей жизни. Боже мой, должен сказать вам, не прошло и часа. И я знал внутри себя. Я знал. Мне никогда и в голову не приходило, что это не будет работать. Библия говорит, что Иисус умер за нечестивых. И я подходил под эту категорию. Я не имел к этому никакого отношения. Он имел к этому отношение. Это мое. Он мой Господь, это в нем, и оно мое. Не прошло и часа, как я узнал, что в нем я уже был богатым, потому что именно главное благословение сделало Авраама богатым. Я знал, что я был богатым человеком. Я пока еще не знал, как принять это, но я знал, что это было моим. И все, что я должен был делать, это пребывать в этом, и ходить, и жить верой. И это произойдет. Я не должен был заставлять это происходить. В это уже был встроен свой собственный осуществитель. И чем больше я изучал это, и чем больше я видел в этом, тем больше я понимал, что это лишь дело времени. Все, что я должен делать, это ходить в этом верой. Вера — это моя работа. Главное благословение — Его. Вера — это моя работа. Я хожу верой. И я узнал, что благословение Авраама было высвобождено верой Авраама. И это по-прежнему так. Оно не изменилось. Благословение Авраама по-прежнему высвобождается верой Авраама. Аминь.
Поэтому чем больше я изучал, тем больше я начал понимать, что главное благословение зависит от веры. А вера зависит от любви. Так что главное благословение действует верой, а вера действует любовью. И тогда я начал понимать, что оно все сосредоточено на этой заповеди любви. И именно поэтому Иисус сделал это заповедью. Поскольку это было желанием Отца, распространить это благословение на всех нас. И затем я начал прослеживать это и смотреть, как оно работает. Понимаете? Бог поместил Иосифа в семью Авраама. Бог пообещал Исааку, что он исполнит клятву, которую он поклялся Аврааму. И вот семя Авраама. Семя Авраама. Бог исполнял эту клятву. Они не ходили в этом благословении. Поэтому Бог произвел в этой семье на свет пророка, Иосифа. И он дал ему два сна. Он дал ему первый сон, и затем подкрепил его вторым сном. Вы следите сейчас за ходом этой мысли? И братья Иосифа обращались с ним так, как семя Авраама обращалось с пророками на протяжении многих лет. Они хотели убить его. Аминь. И вы знаете эту историю. Я думаю, это удивительно. Главное благословение работало в жизни Иосифа. Они пытались убить его, но затем к ним пришла идея получше. Откуда, по-вашему, к ним пришла идея получше? Главное благословение работало. А к ним пришла идея получше, они решили, что бросят его в ров, и они бросили его в тот ров, чтобы он посидел там, пока они решат, что с ним делать. И вот они, обсуждая одно, второе, говорят: «Эй, вот что мы сделаем. Мы продадим его и заработаем себе кое-какие деньги». А пока они обсуждали все это, мимо того рва проходили другие люди. Они нашли там Иосифа, достали его из того рва, и именно они его и продали. Проклятие настолько сильно работало в его братьях, что они даже не смогли продать его и заработать какие-то деньги. Другие опередили их. А следующая глава целиком посвящена Иуде и тому, как проклятие работало в его жизни. Вовсю. А главное благословение работало в жизни Иосифа. Там есть проклятие и благословение. И вы знаете эту историю. Те продали Иосифа Потифару. Потифар был старшим офицером. Иосиф пришел в его дом, и вот благословение Господне работает на Иосифе. Иосиф делает то, чего он никогда раньше в своей жизни не делал. Он управляет всем хозяйством. Он никогда раньше не управлял хозяйством. Он ведет дела этого человека. Он никогда раньше не вел ничьи дела. Он был продан каравану. Откуда, по-вашему, пришел этот караван? Неужели он просто случайно проходил мимо? Нет, нет, главное благословение уже работало там. Главное благословение организовал этот караван. Главное благословение все предусмотрело. Главное благословение проследило за тем, чтобы он вышел вовремя, чтобы он был именно там, где он должен был быть. И главное благословение проследило за тем, чтобы они подобрали Иосифа и привезли его именно туда, где Бог хотел, чтобы он был. И все это время главное благословение работало. Потифар стал настолько богатым, что он уже даже не знал, сколько у него чего было. Почему? Он верил все в руки Иосифа. И Иосиф делал и занимался тем, о чем раньше никогда даже не слышал. Он не знал, как вести бухгалтерию, он не знал, как управлять хозяйством, он не знал, как заниматься скотоводством, он не знал, как торговать, он ничего из этого не знал. Но он делал это. И делал это настолько хорошо, что Потифар разбогател просто лишь потому, что там был Иосиф. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Аллилуйя. А затем вы знаете, что произошло. Ненормальная жена Потифара пыталась заигрывать с ним. Она пристала к нему, но он не поддался на это. Он сказал ей: «Я не буду ничего делать против Бога».
и я не буду ничего делать против твоего мужа, моего начальника. Он отказался нарушать эти сны, чего бы ему это ни стоило. Он отказался нарушать эти сны. Его бросили в тюрьму. И главное благословение было высвобождено в той тюрьме. Слава Богу. И начал ее благословлять. Иосиф никогда не управлял тюрьмой. Он никогда раньше не был в тюрьме. Он никогда не управлял тюрьмой. Но они передали управление тюрьмой ему, и тюрьма процветала. Откуда Иосиф знал, как управлять тюрьмой? Оттуда же, откуда люди Авраама знали, как победить Кедорлаомера. Аминь. Дух Святой обучил его и научил его прямо там, где он был. Сделал его преуспевающим. И дал ему понимание. Итак, вы должны понимать это, вы должны знать это. Благословение Господне дало ему понимание, показало ему и научило его, что делать с мудростью Божией, где бы он ни был, что бы он ни делал, поскольку это было работой главного благословения делать это. Он научился тому, как полагаться на него. И в тюрьме дела пошли очень хорошо. И там были некоторые люди, которые были освобождены из тюрьмы, потому что Иосиф послужил им. И он сказал: «Ребята, вспомните обо мне. Когда вы вернетесь к царю, скажите царю, что я здесь, и что я не должен здесь быть». «О да, конечно, мы никогда тебя не бросим». И они забыли про него сразу же, как только вышли оттуда. И он провел за решеткой еще 2 года. Знаете, это прилично помнет вас. Провести там еще 2 года. Что ж, тюрьма стала еще богаче. Благословение работало. Работало. Аминь. Аллилуйя. Затем, когда он все-таки вышел из нее, именно главное благословение и дало ему истолкование тех снов. Но, брат Копланд, я думал, что это были дары Духа. Так и было. Они часть главного благословения. Аминь. Иосиф начал не только истолковывать те сны, но главное благословение дало ему планы будущего, чтобы благословить всю нацию. Все потому, что Бог поклялся клятвой Аврааму и пообещал его сыну, что он, Бог, будет соблюдать ее, что он исполнит ее. Аминь. Кто-то сказал: «Бог послал Иосифа в Египет, потому что знал, что Египет ожидало время великого благословения. И ему нужно было, чтобы Иосиф был там». Нет. Это благословение пришло туда, потому что оно вышло из него, из Иосифа. Оно было там, потому что он был там. Оно бы работало и там, где он был, если бы его братья замолчали и прислушались к пророку, которого Бог послал в их среду. Бог бы благословил всю их семью, как он и обещал. Но ему пришлось вывести Иосифа оттуда до того, как они его убьют. Перевести его туда. Он послал его туда. Я просто не понимаю, почему Бог послал меня сюда, здесь нет никаких верующих, я просто ненавижу это место, мне не нравится это место, о боже. Я работаю в них здесь за минимальную зарплату, переворачиваю гамбургеры. Безусловно, я достоин чего-то большего, о боже. Замолчите. Бог послал вас туда, чтобы принести в то место благословение Господне. Он послал вас туда принести в то место проявления Его славы. Оставайтесь теми же. Куда бы вы ни шли, переворачиваете ли вы гамбургеры, или что бы вы ни делали, подметаете ли вы улицу, это не имеет никакого значения. Благословение Господне в вас, и благословение Господне обогащает. В итоге вы станете владельцем этой закусочной, если вы просто будете оставаться в этом благословении Божьем. Аллилуйя. Благословение Господне в вас. Благословение Господне на вас. Благословение Авраама на вас. Вы благословлены. Скажите это. Я благословлен. Я благословлен. Не так давно во время молитвы я услышал это настолько же отчетливо, как я говорю вам. Казалось, что вся эта суматоха, все это свалилось одновременно. И я убежал в это место покоя.
Я пришел к самому престолу благодати. И я услышал это. Я услышал, как мой Господь и мой Спаситель сказал: «Иди сюда, Кеннет, сядь со мной. Сядь сюда на престол со мной. Все будет хорошо. Мои ангелы работают. Главное благословение работает для тебя, сын. Просто сядь здесь, отдохни, не волнуйся. Все в хорошей форме, аллилуйя. Стены стоят. Моя сила работает. Просто войди в покой». Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь. Некоторые из вас уже столько времени не имели никакого покоя, что вы не знаете, как действовать. Войдите в него сейчас. Иисус сошел в ад, чтобы вы могли иметь этот покой. Он победил ад, чтобы вы могли войти в его покой, в Божий покой. Аминь. Разве это не отличное собрание? Давайте воздадим Господу хвалу и поблагодарим Его. Поблагодарите Его. Слава Богу. Вы можете садиться. Аллилуйя. Благословен Господь Бог вовеки. Давайте откроем сегодня наши Библии. Мы прочитаем несколько мест Писания, поэтому я хочу, чтобы вы взяли свою Библию. Если у вас нет с собой Библии, читайте эти места с тем, у кого она есть. Я хочу, чтобы эти вещи были у вас перед глазами. Давайте сначала откроем послание к евреям. Евреям 4 глава. Девятый стих. «Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, кто вошел в покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Подчеркните, пожалуйста, слово «дел». Итак, постараемся войти в покой оный, войти в его покой, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность или не пал по тому же примеру неверия. Управление главным благословением теперь находится в руках Иисуса. Он первый управляющий. Слово, переведенное здесь в послании к евреям, как «первосвященник» по чину Мелхиседека, это же самое слово означает «управлять». Оно означает «управление». Отсюда происходит наше слово «служитель». Некоторые люди перевели это и использовали слово «священник». Другие используют слово «служитель». Лично мы используем слово «служитель». Это то же самое слово и приходит из того же источника. Иисус — верховный, первый управляющий, как небо, так и земли. Он заведует главным благословением, поставленный всемогущим Богом по чину Мелхиседека. Итак, давайте сперва обратимся к первой главе послания к евреям. Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей.
совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте. Он сел. Почему? Потому что он устал? Нет. Он закончил. Аминь. Он вошел в покой своего Отца. Заметьте, как он это сделал. Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Ныне это когда? Когда он воскресил Иисуса из мертвых. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне, и так вот оно: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты или праведности. Ты возлюбил правду или праведность и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Йод-Хей-Вав-Хей, основал землю и небеса дело рук твоих». Итак, это когда он воскрешал Иисуса из мертвых. Не закрывайте это место и откройте на минуту послание к филиппийцам. Вторую главу. Это ссылается на то, что мы только что прочитали. Когда Бог это сказал, в это время Иисус, не знавший греха, был сделан грехом за нас. Он не знал греха, но он был сделан грехом, нашим грехом, и пострадал в глубинах ада. Заплатил цену за грехопадение Адама, сошел в ад, чтобы нам с вами не нужно было в него идти. Мой Господь Бог. Он единственный человек, который понес все наказание ада, потому что на нем был весь грех. Ни один человек никогда не совершал всего греха, который только есть. Но Иисус взял на себя весь грех. И ад есть ад. Как к нему ни подойди. И ни у одного человека нет никакого умственного представления о том, что такое ад. Иначе бы они никогда не упоминали своими устами слово «ад». Было бы такое содрогание и такой страх перед тем, чтобы даже сказать это слово. Бог всемогущий сотворил ад. Он не сотворил его для людей. Он сотворил его для сатаны и его ангелов. И он настолько ужасен, насколько ужасным мог сделать его сам Бог. Это не место для людей. Ад не был сотворен для них. Но люди делают выбор. И оказываясь там, я не буду развивать это дальше. Когда Бог назвал его так, сила этих слов и сила, понимаете, он высвобождал ту же самую силу, которую он высвободил в Эдемском саду, с той же самой славой и вспышкой самого себя в темных областях ада. И эти слова возродили Иисуса. Первенец из мертвых. Аллилуйя. Писание говорит, что Иисус был сделан праведным, явленным во плоти и ожившим в духе.
Аллилуйя. Здесь можно восклицать. И мы сейчас увидим здесь то, что мы только что прочитали в послании к евреям. Итак, заметьте это. «Посему и Бог превознес его и дал ему...» В синодальном переводе Библии говорится «имя». Это не было просто какое-то имя. Это было его имя. Он назвал его этим именем. И ты, Яд-Хей-Вав-Хей. Он дал ему свое собственное имя. Которое выше всякого имени, дабы пред именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних вещей или существ, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос, Иешуа Хамашиах, есть Йод-Хей-Вав-Хей, во славу Бога Отца. Аллилуйя! Мой Бог на небесах. Если это не может привести вас в восторг, не плачьте и не причитайте о чем-то другом, что является каким-то неверием. О, здесь можно восклицать. Аллилуйя. Это Евангелие в его лучшем виде. Аминь. Всякий язык исповедал. Скажу вам, нравится это дьяволу или нет. Любой верующий, который начинает развивать веру в это имя, являющееся комбинацией всех имен самого Всемогущего вместе с именем Иисуса. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы знали. Вы говорите это имя в вере. Вы возгреваете внутри себя это благословение Божье. И вы начинаете говорить, «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире». Как ты смеешь, мистер дьявол? Ты не можешь проклясть то, что было благословлено. Убери свои руки от меня и убирайся из моего дома. Именем вечного, всемогущего Бога, ну-ка! И нравится дьяволу это или нет, его колени начинают преклоняться. А, Бог! Он Господь! И он вынужден делать это у ваших ног. Аллилуйя. Я верю этому Евангелию. Боже мой, да, аминь. Не могу решить, какую из этих Библий использовать. Я просто буду использовать обе. Слава Богу, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Посмотрите 28 главу Евангелия от Матфея. О, Господь Иисус, спасибо Тебе. Есть столько всего, чем я хочу с вами поделиться. Столько всего. 28 глава Евангелия от Матфея. Это вскоре после того, о чем мы только что читали. 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть, вся власть на небе и на земле». У первого Адама этого не было. У Адама была власть на земле. У Иисуса есть власть на небе и на земле.
Аллилуйя. Аминь. Власть на небе и на земле. Посмотрите книгу Деяний, вторую главу. Вторая глава Деяний. Тридцать первый стих. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, какое обетование? Обетование Аврааму. Бог продвинул это к внешним границам. Аллилуйя. Посмотрите на это. Обетование Святого Духа. Слава Богу. Десницу Божьей, приняв обетование Святого Духа, Он излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Нам нужно сейчас увидеть, откуда приходит слово «Христос», и почему оно использовано так много раз в Новом Завете. Я дам вам это предварительное представление. Мы знаем, конечно, что греческое слово «Христос» является переводом еврейского слова «Мессия», которое означает «помазанный». И из-за того, что слово «Христос» не переводилось на русский язык, иногда оно переводилось, но люди не понимали этого, даже когда видели его. Они не знали, что это было то же самое слово. Четвертая глава Евангелия от Луки является здесь иллюстрацией. 18 стих. Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». В греческом оригинале говорится: «Дух Господень на мне, потому что Он крестил меня». Это Христос. Крестить. Это все то же самое слово. Крестить означает изливать на. Именно поэтому оно и используется в крещении. Оно означает лить, изливать, кропить, втирать, помазывать. Вы можете быть помазаны сливочным маслом. Но быть помазанными Духом Божьим – это другое. Аминь? Конечно. Итак. Господом и помазанным. Каждый раз, когда вы встречаете в Новом Завете слово «Христос», «помазанный», оно ссылается на его первосвященническое управление как небом, так и землей, как первосвященника по чину Мелхиседека, управляющего главным благословением. Вот на кого оно ссылается каждый раз, когда вы встречаете его, где бы то ни было в Новом Завете. Господь и Христос. Но, брат Копланд, я думал, что они были одним. Неважно, что вы думали.
Мы сейчас изменим ваше мышление. Господь и Христос. Между ними двумя проходит очень четкая черта. Например, Иисус – Господь над немощью и болезнью. Верно? Он победил их. Он Господь над ними. Но Он первосвященник исцеления. Он управляющий исцеления. Он победил немощь и болезнь. Он Господь. Господь над нищетой. Он Господь над проклятием. И Он первосвященник главного благословения и благословения процветания Его народа. Видите разницу между одним и вторым? Он Господь и Христос. Он Господь и первосвященник, управляющий главного благословения. Аллилуйя. Аминь. Я хочу, чтобы вы уделили какое-то время размышлению над этим. Больше не разбрасывайтесь просто так словом «Господь». Вы сейчас узнаете определенные вещи, которые имеют отношение к управлению силой в вашей жизни и в том, что вас окружает. Вы больше не можете быть небрежными в отношении этого. Но для Евангелия сойдет. Это как-то раз сказал мне один гитарист во время записи в студии. Я сказал: «Ребята, мы можем сыграть здесь лучше. Нужно переписать эту часть. Она немного не дотягивает». И тот гитарист ответил: «А, для Евангелия сойдет». Он не знал, как он был близок к тому, чтобы уйти с этой гитарой, одетой на него. Говорю вам, и как Господь в прошлом сказал мне: «Ты очень вспыльчивый». И благодарение Богу, я смог сдержать себя. Но нет ничего, что сошло бы, было бы достаточно хорошо для Евангелия. Какое бы хорошее здание у вас ни было, оно недостаточно хорошо для Евангелия. Сколько бы на нем ни было золота, оно недостаточно хорошо для Евангелия. Какое бы большое оно ни было, оно недостаточно хорошо для Евангелия. Каким бы богатым оно ни было, оно недостаточно хорошо для Евангелия. На этой земле нет ничего, что было бы достаточно хорошим для Евангелия. И христианам пора перестать делать все глупым, дешевым, ленивым, нечестивым образом. Мы представляем Всевышнего Бога. Аллилуйя. Пусть Он вовеки будет прославлен. Аминь. Мы должны восклицать это. «Авва! Отче!» Мы должны восклицать это, а не говорить: «О, да, аллилуйя». Что значит «Авва»? Это значит, что у меня есть отец, у меня есть папа. И он богат, богат, он богат. Он самый великий во всей вселенной. Он велик. Он велик, Он мой, и Он Бог. Давайте еще раз вернемся к посланию к евреям. Третья глава. «Итак, братья святые, участники в небесном звании». Участники в небесном звании. Участники в небесном звании. Вспомните сейчас. Иисус, призванный Богом, первосвященник по чину Мелхиседека. Писание говорит, что Мелхиседек встретил Авраама прямо здесь, в 6 и 7 главах, встретил Авраама, принял его десятину и благословил его. Он принял его десятину и благословил его. Он взял его десятину и благословил его. И дальше в 8 стихе говорится, слава Богу, и здесь десятины берут человеки смертные, а там кто? Первосвященник по чину Мелхиседека. На нем пребывает тот же самый чин, чтобы принимать вашу десятину и благословлять вас. И посмотрите на это еще раз. Посмотрите на это еще раз. Братья святые, участники в небесном звании.
Мы участники в этом звании или призвании. Бог призвал его не для самого себя. Он не призвал Иисуса служить самому себе. Он призвал его служить нам. Он милостивый и верный первосвященник. Так говорит Слово Божье. Он милостивый, он верный и он справедливый. Кому он верен? Он верен Богу, не так ли? Но для того, чтобы быть верным Богу, он должен быть верен нам. Бог призвал его для нас. Скажите, он призван для меня, и я участник в его призвании. Аллилуйя. Участники в небесном звании. Уразумейте, сосредоточьте свой разум на посланнике, то есть на посланном Богом, на том, кого послал Бог. Первосвященнике исповедания нашего, помазанном Иисусе. Понимаете? Он помазан. Он был послан Богом и помазан Богом быть первосвященником нашего исповедания. Поэтому каждый раз, встречая слово «Христос», знайте, что вот о ком там говорится. О его первосвященническом, его верховном управлении главным благословением. Аллилуйя. Аминь. Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, можно было бы сказать это так, а первосвященник, поставленный, власть над небом и землей. Христос как Сын, не слуга, а как Сын в доме Его. Дом же Его мы. Позвольте мне вам кое-что сказать. Когда вы были рождены свыше, вы не были рождены свыше слугой. Вы были рождены свыше сыном, чадом царя. Аллилуйя. У вас есть определенные права и привилегии просто потому, что вы приняли его имя и пригласили его в свое сердце. И вы приняли свое спасение и короновали его Господом в вашей жизни. Но когда вы затем приняли решение стать его слугой, это кое-что значит. Вы не были рождены где-то на задворках. Вы были рождены в тронном зале. Но затем, когда вы преклоняете свои колени и говорите, «Мой Бог, мой Спаситель, я буду служить тебе до самой смерти». О, это сын. Это ребенок. Это молодой царь преклонил свои колени, чтобы стать слугой. Это благословляет меня. Аминь. Аллилуйя. Итак, это было достаточно хорошо утверждено в нашем мышлении. Так что мы можем двигаться дальше. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне? Когда? Ныне, сегодня, сейчас. Всегда сейчас. Ныне. Когда услышите глас Его, когда услышите Его Слово, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет.
Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. У них было приглашение прийти, сесть с ним и войти в покой. Но они этого не сделали. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас. И послушайте, что согласно другим переводам Библии он называет лукавым сердцем. Лукавого сердца неверия. Ожесточенное сердце. И он не говорит о... Я знаю, что здесь нет никого, кто когда-либо делал бы это умышленно. Просто вставал и говорил, я не буду входить в твой покой. Мне все равно, что это за покой, я не войду. Нет, все не так. Дьявол никогда не смог бы одурачить вас, заставить вас так поступить. Но он может религиозно одурачивать людей, заставляя их заниматься самоунижением, считая это смирением. Но это лжесмирение. Слово Божье ничего не говорит о том, чтобы унижать себя. Оно говорит назидать друг друга, думая о них более высоко, нежели о себе. Аллилуйя. Я закончу это, если смогу. О, меня это так возгревает. 13 стих. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу. Мы причастники Его помазания. Мы причастники Его священства. Если только начатую жизнь или начало нашей уверенности, нашей веры, твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Что они сделали? Что это был за грех? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных или тех, кто не верил? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие. Скажите, уверовавшие. Не сказано, мы верующие. А входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмый от всех дел своих. Мы знаем, что он почил не потому, что он устал. Он почил потому, что он закончил. Сказано, что он все закончил и почил. Он сел. И еще здесь, не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, или из-за неверия, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ответьте на это приглашение. Ибо если бы Иисус... Это не Иисус, Господь. Это Иисус Навин. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся, здесь не говорится перестать работать,
Здесь говорится: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность или не пал по тому же примеру неверия». Итак, Слово Божье живо, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, от Слова Божьего. Но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Это наше старание, наш труд над тем, чтобы войти в этот покой. Что вы делаете, когда входите в Его покой? Вы успокаиваетесь от своего тяжелого труда. Вот это слово «дела» означает «тяжело трудиться». Там не говорится «перестать работать». Но есть разница между тем, чтобы выполнять поручение и тяжелым трудом зарабатывать себе на пропитание. Адам должен был работать. Он выполнял поручение. Он должен был благословить всю землю. Аминь. Он был занятый человек. Но он работал не для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание. Пропитание было повсюду вокруг него. Почему? Главное благословение сотворило сад, который был полон его. Главное благословение было его обеспечением. Адам не зарабатывал себе еду. Они с Богом работали вместе, рука об руку, над поручением. Мы выполняем поручение. Разница между тем, чтобы успокоиться от своих дел и стараться, трудиться над тем, чтобы войти в этот покой. Какая разница между делами, работой и трудом? Как все стало после того, как Адам согрешил? Бог выгнал его из Эдемского сада. Он вынужден был это сделать. Когда Адам оказался вне его, он увидел, что там, за пределами Эдемского сада, было жестко и трудно. Там не было главного благословения, там было плохо. У него не было никакого благословения. И Бог сказал ему: «Ты должен был благословить всю землю, а теперь ты никогда не выберешься из своего собственного заднего двора». Ты всю свою жизнь будешь в поте лица зарабатывать на пропитание. Ты будешь в поте лица тяжело трудиться, чтобы тебе было хотя бы что есть и во что одеться. Это бы сделало главное благословение. Но теперь за тебя или из-за тебя земля проклята. Тебе придется тяжело трудиться. Тебе придется идти работать, чтобы заработать на пропитание и на жизнь. Но помните, что Бог сказал Ное, когда благословил Ноя и его сыновей? Он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека». И он заключил завет с человеком и с животными, что земля больше никогда снова не будет опустошена водой. Аминь. И он вернул это благословение на Ноя и его сыновей. Они могли войти в его покой. Теперь они выполняли поручение. Какое? То же самое поручение, которое было у Адама. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над ней и над всем на ней. И он сказал: «Я дал вам пищу». Помните, как он это сказал? И большинство людей, читая это, говорят: «Да, и что?» Так что? Он дал ему власть сеять и пожинать больше того, что он посеял. Сеяние и жатва.
Он возложил на него власть главного благословения. Но с годами, посредством проклятия, двое его сыновей, Хам и Иофет, они решили, что они лучше будут работать, красть и получать это таким образом. Построят что-то свое, построят кучу городов, где они смогут жить за счет один другого и выманивать друг у друга то, что у тех есть, вместо того, чтобы жить главным благословением, чтобы благословлять. Я хочу пойти здесь немного дальше. Мы разберемся с этим. С разницей между работой и трудом над тем, чтобы войти в этот покой. И когда мы позволяем главному благословению производить, позволяем главному благословению положить врагов наших в подножие ног наших. Нищета — это враг? О, да, враг. И она должна быть под вашими ногами. Аминь. Поэтому вы входите в его покой, вместо того, чтобы тяжело трудиться. Давайте обратимся к 4 главе послания к римлянам. И я хочу, чтобы вы это увидели. 4 глава римлянам говорит об Аврааме и его вере и благословении Божьем, обетовании, непреложным для всего семени благодаря вере. 16 стих. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы, или цель Бога была в том, чтобы обетование было непреложно для всех, для всего семени. Какое обетование? Вернитесь к 13 стиху. Ибо незаконным даровано Аврааму, или семени его, обетование, быть наследником мира, но праведностью веры. Посмотрите. 4 стих. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Все, что вы зарабатываете, заслуживаете, это не по милости. Я не хочу, чтобы вы начали здесь раздражаться на меня, потому что я подтвержу каждое слово, которое я говорю. Я не пытаюсь вас унизить. Я пытаюсь назидать вас и поднять вас на более высокий уровень. И вы увидите это через минуту. И именно там вы и окажетесь. Итак, послушайте внимательно. Вы заработали свое спасение. И мы знаем, что спасение является частью главного благословения. Аминь. Как вы его получили? По милости, по вере. Понимаете? Всегда вера и милость, благодать, праведность веры, чтобы оно могло быть по милости. По милости вы получаете гораздо больше, чем вы можете заработать и заслужить, потому что милость, благодать по обетованию. И когда вы верите обетованию, Бог называет это праведностью. Почему? Чтобы вы могли ходить в главном благословении, а не тяжелым трудом зарабатывать спасение. Те, кто тяжелым трудом зарабатывают спасение, не могут его получить. Вы не можете достаточно тяжело работать. Вы не можете достаточно долго работать. Вы не можете жить так долго. Вы заработали свое исцеление? Нет. Если вы получили его от Бога, вы его не заработали. Как вы его получили? По вере. И оно по вере, чтобы было по милости. Верно? Именно так вы и получили свое исцеление. Вы заработали крещение Духом Святым? Были люди, которые годами пытались его заработать, но это не работает. Вы не можете заработать присутствие Божье. Нет. Но вы можете не ожесточить свое сердце и войти в это обетование Божье. И это обетование предназначено для нас. Какое обетование? Дух Святой. Итак, как вы получили Духа Святого? Вы получили его по вере, чтобы было по милости. Аминь. Вы этого не заработали, не так ли? Нет, вы получили это по вере. Что заставило вас думать? Что вам придется зарабатывать ваши деньги. Откуда вы это взяли? Ну да, но, брат Копланд, не начинайте выплескивать на меня это неверие. Сейчас уже очень поздно. Не ожесточайте свое сердце. Понимаете? Аминь. Нет. Не ожесточайте здесь сейчас свое сердце. Понимаете? У вас по-прежнему есть это проклятое представление о зарабатывании их тяжелым трудом. Но это то, что говорила моя мама.
Что ж, ваша мама была не права. Пусть Бог ее благословит. Моя мама говорила то же самое, и она была не права. Равно как и моя бабушка и мой дедушка. Но Библия так не говорит. Аминь. И Библия говорит, что те из вас, кто пытается разбогатеть, сами подвергнут себя многим скорбям. Что Библия говорит в притчах 10:22? Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит. Позвольте главному благословению работать. Сейте семя благословения, брат Копланд. То есть я должен перестать работать? Нет, я этого не сказал. Но перестаньте тяжело, утомительно трудиться. Если вы тяжело, утомительно трудитесь, если вы находитесь под этим адамовым проклятием тяжелого труда, Христос искупил нас от этого проклятия. О да, мы сегодня заняты больше, чем когда-либо раньше. Я не работаю 8 часов в день, боже мой. Знаете, мы с Глорией на протяжении всех этих лет были настолько заняты, что это равноценно двум жизням 8-часовых рабочих дней. И мы не планируем останавливаться. Аминь. Мы становимся сильнее, а не слабее. Аллилуйя. Почему? Я выполняю поручение. Идите по всему миру и проповедуйте это Евангелие. Какое Евангелие? Благословение Авраама распространится на все народы через Христа Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Позвольте этому благословению работать для вас. Слово Божье богато, аминь. Говоря сегодня о том, что означает трудиться над тем, чтобы войти в покой Божий, там ничего не говорится о том, чтобы трудиться над тем, чтобы заработать на жизнь. Бог сказал войти в Его покой. И кроме того, притчи 10:22 говорят, «Благословение Господне, оно обогащает, оно делает богатым». Там ничего не говорится о том, что это вы это делаете, слава Богу. Иисус сказал, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Послушайте следующее. «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него. Он готов взять их, когда вы их возлагаете». Слава Богу! Слава Богу! Аминь! Это не то, чтобы Он не хотел, чтобы вы были вознесены. Он не хочет, чтобы вы возносили себя. Вы должны быть в этом месте покоя, возлагая все свои заботы на Него. «Это моя забота, Господь, и я возлагаю ее на тебя». И вы можете просто сказать дьяволу, «Дьявол, ты просто не представляешь, насколько мне все равно». Аллилуйя. Просто бросьте ему это в лицо со словом живого Бога. И позвольте мне вам кое-что сказать. Мы с Глорией хотим посеять в вашу жизнь эту книгу. Закажите ее для себя. Она поможет вам лучше узнать, что Библия говорит о партнерстве. Мы вышли, мы вам совершенно бесплатно, слава Богу. Если вы пропустили какую-то из наших передач, или хотите посмотреть какую-то из передач, еще раз, вы можете найти все наши передачи на нашем сайте в интернете. Посмотрите эти передачи и будьте благословлены. Отец, мы любим Тебя, и мы доверяем Тебе. Мы возлагаем все наши заботы на Тебя. Иисус является тем, кто заботится о нас, и мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса, аминь. Наш сайт в интернете kcm.org.ua, вы знаете, что делать. До встречи, и помните, Иисус – Господь!